будет 50 минут идти. Обычно так. Мы пришли. Сейчас я тебе такого динозавра покажу. Закачаешься. Кто посмел меня побеспокоить в мой обеденный сон? Это я, твой прислужник, серый волк. Я принес, что ты просил. Правда, здесь всего один поросенок, но за ним скоро придет вся семья прямо тебе в лапы. Что? Ах ты, собака в шкуре волка! Да, я выхожу. Скоро за ним придет вся семья прямо тебе в лапы. Так что ужин будет отменный. Камеру береги. А что? Вроде идея неплохая. Ну ладно, подождем немного. А ты, серый, проследи, чтобы они не заблудились, а прямо ко мне в пещеру пришли. Тут уж я с ними разберусь, поросенок, ты со мной. Пойдем, малыш. Нет. Эх, что же делать? Придется выполнять. Пойду им навстречу. Идешь? Предупреждаю последний раз. Или ты вернешь поросенка Джорджа по-хорошему, или... Или что? Вы меня поколотите? Не боюсь я вас. Ну тогда держись, серый комок шерсти. Ребята, Пеппа вам даст снежки. Закидайте серого волка, чтобы он вернул Джорджа. Кидайте волка, волка, кидайте всех. Все снежки волка. Покажи на дорогу, смея горы!
я вас к нему отведу, он меня проглотит, а я вообще вегетарианец, я мясо не ем. Я хочу жить тихо, мирно, спокойно, выращивать капусту, морковку, тыкву. Вы бы знали, какие у меня помидоры уродились в этом году. Жизнь моя жестянка. Я не могу. Хотя погодите-ка, а ну помогите. У меня же есть волшебный клубок. Волшебный? Да, я его у бабы Яги на огурчике выменил. Таких не существует. А у меня есть, сейчас вот найду я его где. А, вот он. Далеко спрятан, наверное. Конечно. Вот он. А, сейчас все надо включить. Проложите маршрут. Крыточек. Маршрут проложен. До места назначения 39 земель. Через 200 метров поверните направо. Все запомнили? Браво! Да. Ну спасибо тебе, Серики, за помощь! Пожалуйста. Подождите, я же совсем забыл. Без Деда Мороза и Снегурочки им совсем не справиться. О, что же делать, что же делать? Придумал, ребята, а давайте мы все дружно позовем Снегурочку, а она уже и Деду Морозу все расскажет. Давайте. Но для этого вам надо встать в большой-большой круг вокруг елочки. И очень-очень-очень быстро, потому что можем не успеть. Быстрее, ребята. Давайте, дружнее. Хорошо, молодцы, вы встали. А теперь внимание все на меня. Вам нужно запомнить волшебные слова. Милая Снегурочка, быстрее отзовись. И все вместе. А теперь, милая Снегурочка, быстрее появись. Правильно, у нас получилось. А вот и Снегурочка. Ребята, давайте хоровод водить. Пошли. Тети, дяди, пляшут уже. А супругы там большие облака. И парень спешит, волнуется слегка. Самый добрый и веселый пара.
Подружнее. Молодцы, Снегурочка миленькая, песни и танцы, это, конечно, хорошо, но у нас беда приключилась небольшая. По моей вине поросенок Джордж оказался в лапах у змея Горыныча. И к нему сейчас на помощь идет его сестра Свинка Пеппа и новогоднее настроение. Но без Деда Мороза им не справиться. Ай-яй-яй, как же тебе не стыдно? Я-то думала, ты справился, а тут каждый год одно и то же. Ну я больше так не буду. Честное слово, зуб даю. Ну, это мы еще посмотрим. А пока нам нужно отправляться в пещеру Змея Горыныча. Как доберемся, позовем дедушку, и он миг явится. Не будем отрываться год за год предновогодних. Пойдем. Хорошо, я покажу тебе короткий путь. Подари!
Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, с Новым годом! Какие вы все нарядные, красивые! Ох, весело у вас возле елки перепляс! Попляшу сейчас и я, принимайте в круг меня! Ай-яй-яй, ребята, расскажите-ка, что тут у вас произошло? Горыныч украл! Горыныч кого? Джорджа! Джорджа? Ай-яй-яй, нехорошо! Совсем нехорошо! Надо спасать! Горыныч, ты чего тут распоясался? А? Я тебя сейчас в миг заморожу! Не боимся мы тебя! Сейчас посмотрим, что сильнее, твой снег или мой огонь. Ну, держись, змеюка трехголовая. Силой морозной тебя заклинаю, метели вьюги на тебя посылаю. Пусть Горыныч из змея ужасного превратится в игрушку безобидную. Вокруг елки все станем большой